Ободрал уже одну дверь. Конечно, работа требует концентрации. Еще на улице пошел дождь. Поэтому, наверное, на видео я не покажу, как обдираю. Ну, примерно сейчас покажу и сяду аккуратно обдирать. Ну, обдирается как бы вот, начинается или кисточкой, или зубной палочкой. Вот аккуратно снимаете пленочку. Вот. И аккуратно-аккуратно движениями она снимается. Ну, принцип вот такой вот. Буду снимать. Как сниму, покажу, что получилось. Ну вот, друзья, ободрал все средства, всю химию. Времени потратил на это довольно-таки много. Весь вчерашний вечер, это где-то около 2,5 часов у меня ушло ободрать всю химию. Ну вот результат, который получился на данной модели. Скажу честно, не этого результата я ожидал. Вот, немножко я результатом недоволен. Хотел немножко сделать по-другому. Но, в принципе, получилось тоже прикольно. Получился какой-то голландский камуфляж, как я его назвал. Ну, в принципе, модель тоже получилась интересной. Ну и что хочу сказать про средства. Все-таки маска Скол и жидкий трафарет лучше всего использовать, наверное, на авиации. На больших поверхностях. Там, на крыльях, на фюзеляжах самолета. Потому что чем больше, я заметил, чем больше площадь жидкого трафарета, тем его проще снять. А с маленьких пятен сильно долго надо аккуратно тереть, чтобы он слазил. Поэтому все-таки, наверное, для бронетехники немножко не тот вариант. Ну, в принципе, при желании, вот опять же, можно достичь вот таких эффектов на модели. И все-таки, наверное, маска Скол тоже лучше для самолетов, и наносить ее, наверное, надо немножечко. Я сильно много, наверное, все-таки переборщил. Наносить немножко зубочисткой и потом аккуратно снимать. Ну, зато теперь я поработал с химией, знаю, как она себя ведет, как с ней правильно работать. Потом попробую ее для авиации. Ну и буду продолжать дальше фильтровать, тонировать. Посмотрю, что получится после работы с масляными красками. Я думаю, получится интересный пикап. Вот. Ну, как говорится, на своих ошибках учатся. Вот. Ну, пишите в комментариях, как вам. Понравился, не понравился. В принципе, мне он понравился, но я говорю, только что немножко хотел все-таки показать другой результат. И совсем по-другому хотел сделать потертости. Но ничего. Ничего, модель интересная. Я думаю, после масла очень поменяется вид. Ну, смотрите, следующую часть буду фильтровать, буду делать смывку. Вот, делать сколы. Потому что местами есть, где немножко ободрал до краски. Ну, в принципе, такие места хорошо, удобно, что сделаем как бы сколы до металла. Вот, ну, смотрите, следующие части. Также большое вам спасибо, что остаетесь на моем канале.
Всех благ вам и вашим близким, друзья. До встречи!